эксклюзивный материал о Майкле Джексоне. Это кадры недавнего пребывания Майкла Джексона в Москве. Их добыл у личного оператора-певца директор группы MF3. Почему MF3? А потому что, хотите верьте, хотите нет, но в тот день они выступали в одном шоу с Майклом Джексоном. По-моему, живой нормальный нос. То есть, естественно, я думаю, что он не совсем нормальный, потому что операции видно. Но вроде бы не пластиковый, как пишут некоторые. Праздник в ЦСКА был организован американской благотворительной организацией «Надежда». Они сделали вот эту грандиозную штуку, они собрали 38, практически сирот со всей Москвы, 38 детдомов. И там практически находилось в одно и то же время 2 или 2,5 тысячи детей. Имидж Кристиана Рэя чем-то напоминает имидж Майкла. Смотрите, девушка рыдает совсем как на концерте короля поп-музыки. Есть основания полагать, что MF3 скоро затмит Jackson 5.